Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть. Мы сейчас находимся в городе Спрингс. И смотри, как интересно, здесь столько много всяких чуваков. Смотри, вот есть Риэл. Так, подойдем к Риэлу. Добро пожаловать, у меня для тебя отличное предложение. Так, продолжай. Я могу продать отличный дом с комнатой для двух столов. Интересно? Купить дом 5000, он давай. Отличный выбор, ты не пожалеешь. Давай, все. Прикинь, что получается? Я себе купил дом. Так. Так, а где он? Где мой дом? А, вот мой дом. Ребята, ну я купил дом. Смотри, у меня есть медицинский стол. Давай посмотрим, что это такое. Медицинский стол. А, мы можем здесь бинт делать, да? Создавать. 2500. Шутка, ячейка одна. Время создания. Ага. Так, бинт. А, и как создать его? А 2500 стоит ячейка. Так. И что? Мы купили бинт, ячейку. И дальше что? Так, ничего пока не строится. Ладно, мы с этим потом посмотрим. И стол для оружия. Так, стол для оружия. Что у нас здесь интересно? Этот стол создаст вам патроны. Так, ну я пока все деньги потратил. Алло. Купил дом. И купил еще что-то. Офигеть, смотри. Какой пистолет, пулемет. Предложение. Время предложения. 425 этих золотых. У меня вообще золотых нету. Но у меня есть... А вот, смотри, мне бесплатно 10 монеток. Офигеть просто. Просто офигеть. Я купил себе дом. Так, смотри, госпиталь. Давай зайдем в госпиталь. Купил квартиру. Какой дом? А, Эндрю. Давай поговорим с Эндрю. А, кто тут... кто это тут у нас? А, ты здесь как подопытный кролик? Я ничего об этом не знаю. Я ищу кого-то, кто знает, где расположена научная база. Я хочу тебе помочь, но почему-то не могу вспомнить ее местонахождение. Возможно, это из-за постоянных атак зомби. Я в постоянном стрессе. Но я могу помочь. Конечно, орды зомби захватили Ист-Сайд. Отправляйся к мэру. Он даст тебе более подробные инструкции. Когда закончишь, возвращайся. Может быть, к тому времени я вспомню. Хорошо. Так, он мне предложил пойти к мэру. Где тут мэр-то живет? Вот мэр, смотри, сейчас идем к мэру. Позарить. Вау-вау-вау. Смотри, какой чувак дробовиков. Так. Вот мэр. Вот, добро пожаловать, я мэр Спрингфилда, лучшего города в этой местности. Что ты хочешь? А я слышал, у тебя проблемы, как я могу помочь? Я пришел на доктора. О, прекрасно, в Исайде развелось много зомби, ты не можешь о них позаботиться? Да без проблем. Подожди, тут еще что-то про работу было? А, нет. Про работу что-то он мне хотел предложить. Так, ладно. Посмотрим, что здесь еще есть. Яйца, смотри, яйца. Давай яйца, да? О, а какая ночь? Я пил у Тони и потерял ключи от дома. Ты мне можешь помочь забраться в дом? Да без проблем. Спасибо. Так, ну давай я тебе помогу. Защита инсайда. Так, а подожди, а как тебе этот... ты же в дом хочешь? Ты нашел ключи? Я пил у Тони. А-а-а, пил у Тони. Вот пойдем к Тони. Тони, где-то здесь он потерял ключи. Давай посмотрим. Ты видишь здесь ключи? Играй на пианино. Так, поговорить с Тони. А, о, ола, амиго, как я могу тебе помочь? А что ты можешь рассказать о Спрингфилде? Мэр города хочет построить вокруг него стену. Говорит, что для безопасности. Он борется с бандитами, а остальные просто пытаются не попадаться ему под руку. Это повредит твоему бизнесу, не так ли? Ты ищешь работу или нарываешься на неприятности? Ищу работу. А для начала я тебя проверю. А, пропала одна из моих передач, попробуй-ка ее отыскать.
передач. Как еще передача? Откроется на 21 уровне. Ладно. Так, ты чувак, ты что здесь ходишь, меня шатаешь? А? На тебе. На. На тебе. Ты кто такой? Девочка или мальчик? А, мужик. Так, ну что, выполняем задание. Инсайд. Значит, защита инсайда. Блин, бензин кончается, смотри, алло. Может мне эти зомбаки дадут? Ой-ой-ой-ой, за пулемет быстрее. Конечно, конечно. Видишь? А ну даже тут сзади никого зомбаков не будет. Приближается первая волна зомби. Так, а ну, а тут вот, мне интересно, сзади никто не залезет. Перезаряжаемся быстренько. Первая волна. Мне главное, чтобы сзади никто не это самое. Я надеюсь, никто не залезет. Зомби-шко. Есть, готово. А продолжается волна, а следующая волна зомби. Хорошая работа. Быстро кончаются. 58 зомби. Готов. Так, третья волна зомби. Ну, третья волна, наверное, самая мощная будет. Мне кажется, может быть, сзади кто-нибудь влезет, нет? О, пес! Есть, готов. Эй-эй-эй! Последний зомби, да, бежит? Кто такая вообще? Что это за зомби такой? Миссия завершена. Да я бы еще пострелял бы, знаешь. Так, все, вернуться в город. Интересно, почему я не возвратился в город? Можно было стрельнуть пенисом. Так, а здесь никого нету, боже, всех убил, да я? Да, зомбаков больше нету. Ну все, возвращаемся туда в город. Нормально. Так, идти. 6 литров. У меня еще 6 литров останется. Надо мне еще и бензин покупать, что ли? Фига себе. Так, с кем я должен поговорить? Так, риэлтор что-то мне хочет сказать, подожди. Так, добро пожаловать, у меня есть еще дом по скидке. Зачем мне еще дом, я купил уже. А на этот раз это апартаменты класса люкс. Из окна открывается вид на весь город. Продолжай. 15 тысяч монет. Внутри сложно 3 рабочих стола. Интересно? Прости, у меня нет времени на это. Я же себе купил квартирку. А что-то я тут потратил деньги. Типа бинт можно делать. И как он делается? Он вообще делается или нет? Это вот что, бинт создается? Вот это что такое зеленая полосочка? Так, минут 10 минут. Он будет создавать мне бинт, да? Ну ладно. Это будет хорошо, я потом проверю. Так, все, идем к мэру. Задание я выполнил. Что мне мэр скажет? Здорово, мэр. Чувак, ну говори.
Что? Я выполнил задание. Так, что? Миссия выполнена. О, что такое у меня? Ты сама что подарил? Пока тебя не было, мои парни доложили, что один из них попал в западню где-то в Иссайде. Продолжай. Ты можешь его найти? Так, без проблем. Вау, мне пистолет пулемет подарили, что ли? Фига себе, подожди. Так, сейчас посмотрим. Так, а у меня бензина-то нету. Вот такой автомат. Сейчас посмотрим, а к нему 1600 патронов, нига. Рюкзак, слушай, подожди, а где у меня этот был? Как его? Сундук, вот. Давай сюда пока автоматик положим. И вот это тоже, снайперскую винтовку. Так, а к нему, а какой, значит, получается? 7,62. Ой, получилось. 7,62, это сколько у нас? Патроны 9 миллиметров. Вот, 7,62. Вот сюда. А этот у нас чем стреляет? Этот стреляет... А вот он, 7,62, сюда положим. А этот чем стреляет? А, тоже 7,62. Чё, 2 по 7,62 стреляет? Это у нас на пистолет 9 миллиметров. Да, сюда положим рядышком. Этот у нас 7,62 тоже. В смысле, что у нас? У меня 2,76,2? Ладно. Так, а оружие у меня где? Подожди. Вот. Ага, одинаковые у них патрончики. Лады. Да, где торговец был? Так, у меня есть что-то тебе продать? Вот эту канитель я продам сейчас тебе. Слушай, а у тебя есть бензин? Это что такое? О, зверин? Нифига себе. Ооо, нифига, курточка какая. 3800 стоит, у меня денег нет. А бензин, ты не продаешь бензин? Это что такое? Светошумовая граната. Давай купим одну. Посмотрим, как она работает. Мне интересно, где мне бензин брать. Так, световую шумовую одну штуку я возьму, посмотрим, как она работает. Так, а здесь что такое за вопрос? А, умение у меня, смотри, есть умение. Я хотел бы, конечно же, с торговлей, чтобы мне подешевле было все это дело. Все, с торговли. И я как раз уклонитель продал, да? Так, а ну-ка, сейчас я посмотрю. У меня же есть этот в сундуке. А, вот сундук. Сейчас я этому попробую продать, эту уклонитель. О, по 50 у меня раньше она стоила. Продать 50 так же, что ли? Ладно, продать все. А где мне бензин взять? Алло. Торговец бензин не продает. Гранаты какие-то интересные. Так, у меня целительство плюс 2% инструкция. Это пока не надо. Где мне бензинчик взять, вообще непонятно. А, машина, супертачка. Это... О, бензин. Смотри. 8 литров. Ну что ж. Идем в инсайт. Минус 6 литров. Ну, как раз у меня хватает туда обратно смотаться. Угу. Так, сейчас мы будем парней его искать. В поиске парня. Так, давай здесь посмотрим. Обыщите мусор. Так, ну я не думал, что здесь этот парень будет лежать в этом мусоре. Иди нафиг, телесом. Так, нету здесь ничего. О, подожди. Что за бешеный чувак? Эй, иди нафиг. Ты что, не убиваешься, что ли? Ты, гад, а? Он мне, смотри, сколько жизни... Жизни сколько он у меня отобрал. Так, подходим на фейерверк все. О, все нормально. Патрончики получил. Этого тоже мы сейчас уберем. Все. Готово. Так, больница смотрим. Нету его здесь. А, тут что за выход? Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее. Подожди, у меня же оружие другое какое-то. Мне же другое оружие дали. Ой, подожди, не то нажал. Во! Ух ты, смотри. Фига разносит. Вот это оружие.
вот это мне больше нравится. Вообще нормально. Красавец оружие, смотри. Вот разносит. Нормально. Эй, чувак. Что там еще на мелкой? Так, оно мне показывает, что сюда надо идти. Очнитесь. Есть, готово. Так, тоже какая-то тетечка. На тебе. Смотри, с одного удара считай. Разносит. Нормально. Так, дальше идем. Нет, вот здесь где-то. Вот чувак придавленный, смотри. Эй, привет, привет. Найдите трубу. Трубу какую-то найти. Сейчас найдем, подожди, трубу. Чуваками. А, вот здесь труба, смотри. Вот она, труба лежит. Вот труба. Берем трубу. Так, и чувака сейчас будем вытаскивать. Давай, 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 давай. О, поднимайся, как ноги твои. Слушай, не придавило? Ты жив? Нормально? Можешь ходить? Все, ноги работают. Ты живой, да? Все нормально? Пошли. Так, все, убегаем, пошли сюда. Быстрее, где-то там. Давай, быстрее беги. Так, там где? Давай, давай, пошли, пошли быстрее. О, водичка. Водичка, это хорошо. А, сопроводите солдата в безопасное время. Убейте зомби. Ага. Еще одного зомби сейчас убьем. Есть. Эй, о, ты тоже стреляешь? Чувак, давай, 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 помогай. Давай, стреляй. Есть, готово. Так, теперь смотри, в безопасное время. А зомби наступают, отправьте их в могилу. Пошли сюда, встанем. Сейчас, подожди, сейчас вверх сделаем. Да ты не стой там рядом. Да пошли сюда, чувак. Чё там стоишь? Нет, ты не знаешь мою тактику. Это там такое. Рядом с бочкой поставить. Полицейский, смотри. Что-то тут нехороший полицейский, слушай. Давай, давай, стреляй. О, давай, стреляй. Пошли дальше. Там идешь? Давай, давай, беги, беги. У него, смотри, еще жизнь отнимается. Вот аккуратно за ним. О, все, завершена миссия. Отлично. Ну все, возвращаемся в город, солдат. Я тебя спас. Все, идем. Как раз у меня бензинчика. Под завязку. Хорошо, теперь к мэру бежим. Может быть, мэр мне этот самый пожрел там. Дом по скидке, который дорого стоит. Да-да-да-да-да, ты мне рассказывал. 3 рабочих стола, 15 тысяч монет. У него, сука, монет нету. Тысяч, я вообще бомж. Вообще, я бедный человек, у меня денег вообще нет. Нужно быстрее к мэру пойти. Мэр! Ну все, выполнил. 800 хп. Что за 800 хп? Где деньги? А я видел, как этот бедолага ковылял к госпиталю. Отлично сработано. Но через несколько часов к городу подъедет караван с припасами. Ты не мог бы расчистить для него дорогу? Да без проблем. Нормально все. О, а что у тебя за пирожки лежат? Булочка. Слушай, чувак, у тебя булочка там лежит какая-то. Под вид какашки. Ты вообще знаешь об этом? Так, ладно, идем дальше. Ай, маленький домик мне продает. Так, ну, маленький домик, у меня квартирка есть. Так, идем это к торговцу. Что там у нас продать есть? На продажу. Рюкзак. А, ну вот эту канитель. Давай это продадим кусок кожи. Продать 50. Ну, у меня вообще денег, ну капец. Копейки какие-то. Сундук.
Так, вот мой сундук. А, нет, в сундуке продавать я ничего пока не буду. Подожди. Ну, что делать? О, очки умения и бензин мне дали. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Давай сразу воду сюда положим. Так, а что так много? Ладно, оставим эту канитель сюда. Или хотя, ладно. А это что такое у нас? Патроны сюда их. Банку мы себе оставим и воду. Так, и МРЕ тоже сюда отправим. В принципе. Ай, что такое? Экстра ред, сила. Ну давай оставим себе на всякий случай. И у нас задание. Задание самое главное. А, вот умение. Мы сейчас умение сделаем. Так, у вас появляется вариант разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Ну давай немножечко добавим сюда. Два. Вот сколько. Лазерное оружие. Пока лазерное оружие у меня нету. Оружие ближнего боя мне пока тоже не надо. Критический удар. Защита, наносимая врагами урон. Целительство. Увеличивает скорость исцеления за каждое очко умения. Исцеление увеличится на 1%. Так, давай увеличим. Так, один балл остался, что ли? Так, путешественник. Увеличит шанс избежать случайной встречи. Это не надо. Вождение. Снижает затраты бензина во время поездок. Вот это надо. Все. Так, немножечко мы сократим. Я хотел же жизнь, это здоровье увеличить. Ну ладно. В следующий раз увеличим. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр этой серии. Так, ты с вами ничего не будешь разговаривать. Всем пока-пока. До новых встреч.